в Марселе. Великолепный полузащитник сборной Франции. Это флаг Барт решил, во всяком случае, напугать, наверное. За Бундес-команду, да, за Бундес-команду, не за сборную, конечно, не за сборную. Вот это опасный момент. Ибрахим Акин, полузащитник. Ну, теперь нам стало ясно, почему так много полузащитников Бешикташа. Это, конечно, замысел тактический Тиганы. Нет, видите, в мяч сыграл. Кстати говоря, первый у мяча был Спивак. Защитник попал в Спивака. Но немецкий арбитр не дал свисток. Флагбарт за спиной. Щентофальский покинул ворота. Просил пенальти сейчас. Просил пенальти Ибрахим Акын. Вот эта игра в линию, она у «Зенита» отдал пас направо. Какой пас? Удар! Мяч отбивал сейчас Хаген. И как-то Крижинов сейчас, не знаю даже по какой причине, 22 номер делает передачу. Это Али Тандоган. Вот из-под ноги. Сергену мяча. Подача. Чентофальский должен играть. Здорово это делает. Поймал мяч. Но свободная зона. Надо попробовать пробежать Коньякову. Удар. Вбегал сейчас в штраф. А там направо. Тандоган. Хаген. Ох, какой пас! И мяч влетает в ворота. Да, точная разыгранная комбинация. Акын открывает счет между игроками. Вот, смотрите, как за спину. Спивак вообще-то там остался. Так посмотрел, как за спину убежал. Спивак был индифферентен в этом эпизоде. Он первый, кто прозевал подключение из-за спины. 22 номер. Али Тандоган. 1-0, Бешикташ впереди. Горшков с мячом. 23-я минута. Ну вот еще раз, смотрите, пас за спину. Кстати говоря, это шестой номер делает передачу. Чакдаш Атан. Тандоган. И опять может быть опасно. Да, Бешикташ разыгрывает неплохо. Это Хасан сейчас. Переиграл. Горшков. Пас Анюкову. Нет, это не точно, но с мячом Анюков. Штрафной. Сбили Анюкова. Конечно, был штрафной. Арбитра. Ну а что увидит сейчас Радимов? Он у мяча. Пас! И мяч влетает в ворота. Александр Горшков. Молодцы. Здорово разыграли. Все-таки Влад увидел. Увидел хороший пас, и Горшков, он умеет это делать, сыграл на опережение. Точно послал мяч, охладил страсти, и немножко воодушевились болельщики «Зенита», которых немало увидели сейчас. Еще раз смотрим, вот он, маневр Горшкова. Ну и каков все-таки Влад Радимов, вот его гроссмейстерский пас. Великолепный гол, красивый. Вот и стандарт. Я сказал, что «Зенит» уже команда такого класса. 1-1. Спокойнее. Здесь только не бросаться под удар. Мариш выбил. Итак, 29-я минута. Ох, как Чентофальский сейчас был. Не удержал.
Кирчев. Шавин подает. Низко, но с мячом опять. Первый у мяча Горшков. И Горшкова. Тот играет на опережение. Ох, какой, как проиграл Флагбарт. Чинтофальский. Да. Рыжина. Ну вот, мы не видели этот эпизод, как мяч перелетел через голову. А теперь, представляете, как сейчас переживает турецкий футболист. Это офсайд. Офсайд. Пришел. Бешикташ сейчас на четвертом месте в чемпионате Турции. Горшков. Пасанюкову. Ну что, будет пенальти или нет? Что показывает немецкий арбитр? Идет к боковому судье. Судья поднял флажок. Вот интересно сейчас. Смотрите, держит руку или нет? Ну, не знаю, держал, не держал, но вот здесь. Ну, друг друга они цепляли. А что боковой? Да, что-то мотнул головой. Или 11-метровый, или штрафной. Штрафной. Все-таки дает штрафной. Мариш. Надо освободить ему фланг. Конечно. Удар правильно сделал Киржаков. Вот это всегда неожиданно для вратаря. Получается. Пока не получается. Штрафной. Штрафной. Криженец попал в ногу. Пять зенитовцев в стенке. Серген. И мяч попадает в перекладину. Здорово пробил. Опаздывал Чинтофальский. Да, второй раз штанга. Аплодисменты за такой удар. Вроде бы и не забил, а как здорово, а? Красивый удар. Серген, капитан команды. Теперь Спивак. Надо попытаться обыграть. Радимов. Вот он, Анюков, удар и угловой. Угловой удар должен быть. Головой сыграть. Хагин побежал вперед. И здорово, за спиной Хагина, вторым эшелоном атаковал Мариш. Не попал, но красивая комбинация. Все-таки, хоть такая незамысловатая, но смотрите, комбинация, за спиной Хагина идет Мариш. Видите, опоздал ведь его опекун, шестой номер. Да опоздал Чагадаш, а там... Серген с мячом. Опасный момент. Ох, как здорово Криженов. А здесь Хагин. Чего ж так долго-то думал? Коса нарушает правила. Что это пробить? И опять в тот же угол. Но здесь, мне кажется, Чинтофальский контролировал ситуацию. Хотя может не успеть. Может не успеть. Здорово закручивали, а? Пас дает. Крыжанац. Мяч попал в перекладину. Пошло дополнительное время к первому тайму. Удар. Мяч попал в стенку. Еще удар. Теперь в ногу Горшкову. Пас Анюкову. Анюков пас в штрафную. Он куда? Голкипер вылетел. Удар. Чинтофальский ловит мяч. Акын. Вот этот Ибрахим Акын, именно он и забил в первом тайме. Нет, это Аршавин. Это Аршавин с мячом. Вот он, Киржаков. Ну что ж, пробивал неплохо, кстати. Адем Дурсун по штрафную. Ну, надо было так играть. Первый угловой у ворот «Зенита». Вот. Акын с мячом. Молодец Хагин. Ох, как продолжается атака. Я уж думал, все, мяч у «Зенитовцев». Нет, но там хорошо очень сыграл. Очень хорошо сыграл
Эрик Хаген. А это пас Спиваку. Спивак подходит штрафной. Пас направо надо отдать. Киржаков. Удар. Ай-яй-яй. Ну, надо было как-то Спиваку пораньше отдать. Я там Киржаков так готовился. Все-таки далековато. Он туда направо получился мяч. Ну и вратарь. Кордоба. Конечно, Кордоба. Аплодисменты вратарю. Седьмой угловой «Зенита». Горшков. Удар. 7 сантиметров, вес 85 килограммов. Опасный момент. Клеберсон. Удар. Да. Криженец неожиданно упал. Хаген проиграл, а Мариш подстраховал. Это Айлтон. Его отдал «Зенит», отдал. Вот уже минут 10. Вот какой пас великолепный Спиваку. И Спивак. Ну, пустые ворота перекидывал мяч. За голову вратарю, но не получилось. Не получилось. Но ворота-то были пустые. Мог наказать. Денисов ведет борьбу. Ох, как опасно! И главное, два защитника «Зенита» промахнулись сейчас. Кстати, зачем пас давал? Надо было пробивать по воротам. Как опасно сейчас было у ворот «Зенита», а? Ну, один остался. Здесь три человека. Вот здесь можно было, конечно, забивать. Но а вот здесь пролетали мимо мяча, да. Но тут уже паника началась, устали. Еще опасный удар! Браво, Камил! Браво, Камил Чонтафальский! Хасан пробивал в самый угол. Чонтафальский. Ну, в защите как будто не хватает футболистов. Еще один удар. Ну, осмотритесь, осмотритесь спокойнее. Денисов, не расставаться с мячом. Иди на обыгрыш. Вошел в штрафную. Пас Анюкову. Анюков возвращает мяч. Кому? Внимание. И там Мариш. Внимательнее. Криженац. Но я как чувствовал, что пас будет туда, за спину Маришу. Ну, у Мариша абсолютно нет поддержки от Спивака. А ведь левый полузащитник должен вот там. Минуты. Айлтон и Хаген. Вот этот. Пятый угловой. 17 номер пробивал. Хасан. Чонтафальский. Спокойно, спокойно. Все, спокойно, да. Вперед, и «Зенит» идет вперед. Идет по сравнению с прошлым сезоном вперед в Кубке УЕФА.